Честно признаться, если я буду выбирать идти смотреть западный фильм, да, или фильм нашего производства, я, наверное, выберу западный. Настоящие фильмы могут снимать только американцы. Это может снимать только Голливуд, и понятно почему. Потому что эта система ковалась в условиях жесткой и даже жесточайшей конкуренции. Конкуренции за зрителя, настоящей конкуренции. У нас снимают достаточно обычно, без вот этих всех красок, ярких спецэффектов. Собственно, поэтому людей это не цепляет. Да, действительно, западные кинематографы выпускают жвачку. Но сколько этой жвачки? И ты всегда можешь найти себе фильм, подходящий по твоему настроению, жанру, даже пониманию этого мира. У нас депрессивное кино возникло в 90-е годы, когда любой фильм, это кого-то убили, и он закончился на этом. Все плохо. Слава богу, мы начали выходить постепенно, да, вот с этой тенденцией. Из российских картин практически ничего не могу смотреть. Но, с другой стороны, я просто обожаю советский кинематограф. Парадокс советского кинематографа состоит в том, что он был на самом деле не очень хорошим. Его смотрели все вот эти вот довольно примитивные фильмы, гайдаевские, скажем, только потому, что другого ничего не было. Есть талантливые люди, но у них нет возможности пробиться. Нет возможности финансовой вложиться, но они пытаются как-то что-то делать, но это же видно, что все сделано своими руками. Ну, чтобы люди ходили на кино, в кино, на наши фильмы. Не знаю.